Ангели співають, славу Богу.
Родина відчує благодать Христа. Сегодня
Одесская єпархія по благословенню Владыки митрополита Агафангела поздравляет всех одесситов с великим праздником Рождества Христова. И этот праздник поистине объединяет все слои общества, шествует по нашим улицам с праздниками, с песнями, с поздравлениями, потому что праздник Рождества Христова, он возрождает в сердцах людей доброту друг к другу, любовь друг к другу, ну и, конечно же, веру в чудеса. Сегодня молодежь Одесской епархии по сложившейся традиции объехала весь город и поздравила одесситам колядками. И радует, что это уже добрая, хорошая традиция дарить людям радость, улыбки, хорошее настроение. И поистине этот праздник семейный. И это мы видим, потому что гости наших вот таких традиционных колядок, конечно же, все семьи с детками приходят, поздравляют друг друга, ну и, конечно же, радуются вместе с молодежью о родившемся Христе. Украина колядует, колядует вся земля. В небе ангелы співают, прославляют Христа. Украина колядует, колядует вся земля. В небе ангелы співают, прославляют Христа. Лунає, і сніжком всіх притрушає, хай рід новий несе у хату щастя, радості багато. Христос народився! Славімо Його! Славімо Його!